Мы хотим, чтобы наши дети тоже выросли здесь, в светлой Молдове, светлой Гагаузии. Слово хочу предоставить депутату парламента Республики Молдова, председателю партии социалистов Республики Молдова, человеку, который все время поддерживает гагаузов и сегодня тоже поддержал нас. Игорь Дадон! Добрый день, Гагаузия! Добрый день, комрад! Уважаемые друзья, для меня большая честь быть сегодня здесь, рядом с вами, в этот очень красивый день. Накануне очень большого праздника я хочу вас поздравить с светлым праздником Крещения Христова. Это великий праздник для всех нас, для Республики Молдовы, для гагаузов, для христиан. Друзья, не случайно новый 2014 год, политический год, начинается здесь, в ГГУ.